Я не боюсь ни тебя, ни пистолета. Давай вали отсюда. Я тебя и без пистолета могу так отделать. Понял? Перестаньте оба, наконец. Послушай, уходи отсюда. Уходи, я тебе говорю. Ладно, ладно, я все понял. Меня обижают, он меня оскорбляет, а ты этого не видишь. Но послушай, он-то, по крайней мере, находится сейчас в своей фирме, понимаешь? Так что не надо, уходи отсюда. Да, Габи, я хотел сказать тебе... Очень важная вещь, но вижу, что это уже не имеет смысла. Вижу, что здесь я проиграл. Все здесь вокруг его собственность. И ты тоже его собственность. Я все понял. Слава Господи! Хоть немного мозгов еще у него есть. Все, что ты видишь, принадлежит мне. Так что можешь выйти через эту дверь. Артуро! Артуро, подожди! Заказ отменяется? А ты сама как считаешь? Проходите, господа, проходите. Прошу вас, сюда. Будьте как дома. Хорошо у тебя, кореш. Никогда бы не подумал. Давай, присаживайся, присаживайся. Садись сюда, а ты здесь. Располагайся. Я уж сказал, чувствуйте себя как дома. Ты посмотри сюда, гляди, видишь? Сейчас я вам чего-нибудь налью. Ты посмотри. Хорошая бабянка. Ой, хорошо. Сейчас, минуточку. Я вам налью тут понемножку. Пивка вот принес вам обоим, корешкам своим, чтоб горло не пересохло. Ну вот. Берите. А туда не смотрите, это нельзя. Нет. Что это с тобой, кореш? Туда смотреть не надо. Что с тобой происходит? Что с тобой? Ты сам не понимаешь, что ли? Сам не понимаешь? Ты сюда не лезь. Не могу больше, Диего, я устала. Не бросай ее. Сейчас все закончим. Поторапливайся, пацан, нам 2 очка осталось. Хорошо, Йоли. Все. Вот где я тебя нашел. Я очень рад этому. Теперь ты расплатишься со мной за то, что сделал. Сейчас и расплатишься. Бэйби! Бэйби, поторапливайся, милый. Бэйби! Бэйби! Ну ты даешь, Миранда. Какой стол закатила? Ведь мы сегодня впервые завтракаем вместе после такой разлуки. Постаралась я для тебя? Постаралась, конечно. Я такие вещи ценю. Одного здесь только не хватает, в самом центре стола. Одной детальки. Ты что, хочешь меня посадить в центр стола? Этого еще не хватало. Ты что? Да, одной детальки не хватает. Вот этой. Ну,
хватит. Будет тебе, Артуру. Ну зачем ты так? Ну вышло недоразумение. Всего-то. Этот тип ясно сказал. Все, что видишь вокруг, принадлежит мне. Не надо больше об этом. Не надо, ради бога. Зачем ты пришел? Да это уже не важно, не имеет значения. Никакого значения не имеет, что я тебе хотел сказать. Опять я дал маху. Вечно я куда-нибудь вляпаюсь. Но успокойся. Теперь я оставлю тебя. В покое, как ты меня там назвала. Варвар, так ведь? Забудь теперь об этом варваре. Я его в варварстве. Не будет тебе этот варвар мешать в твоей жизни. Артур, ради бога, что происходит? Ты даже не сказал, зачем пришел. Ну скажи мне, зачем? Не можешь уходить. Ты хочешь мне что-то сказать? Что-нибудь важное? Что ты хочешь мне сообщить? Скажи. Ну ладно, скажу. Хотя это уже и не поможет. А скажу тебе вот что. У меня все это, знаешь, вот здесь сидит, как заноза, много лет. С того самого дня, когда я увидел тебя. А говорю я тебе это все потому что я варвар. Потому что я варвар. И знаешь, Габи, я люблю тебя. Я в тебя влюблен. Вот и все. Только и всего. Я люблю тебя. Вот и все. Прощай. Артуро. Артуро? Я меня любит? Артуру, постой. Давай поговорим. Да нет. Зачем? О чем нам теперь говорить? Опять я вляпался. А я уже устал. Мне надо было все это сказать тебе. Сказать и все. На что мне надеяться? Не могу же я ждать, пока... Что у меня может быть? Извини меня, ради бога. Извини. Прощай и прости меня. Прости. Прости, я все сказал. Я не понимаю, что случилось, бэби? Вот это я хочу у тебя спросить. Ты должна мне все объяснить, что это значит. В чем дело? Ну что ж, это прошлое, мой мальчик. Если он прошлое, твое прошлое, то что он делает в настоящем? Это не важно. Извини меня, конечно, Миранда. Ты ведь его спрятала. Спрятала, да? Говори, говори. Он ведь у тебя там спрятан был. Так что насчет важности не надо, что ты так разнервничалась. Это же совсем не важно. К тому же этот тип приходит сюда, так ведь? Это точно, если я не ошибаюсь, должен быть он. Да, да, это он. Если я ошибаюсь, я ведь не ошибаюсь. Подожди. Ты знаешь, мальчик мой, я этого не люблю, у меня есть прошлое. У меня была своя жизнь, моя жизнь, понимаешь? Так что я была бы тебе благодарна, если бы ты в это не вмешивался. Это фотографии из прошлого, до которого никому нет дела. И знаешь, что я тебе скажу? Если хочешь оставаться в этом доме, не лезь в эти дела. Понимаешь? Ну, посмотрим, какой ты у нас храбрец. Посмотрим, мужик ты или нет. Ну, давай, говори. Говори, ну. Ну. Порешить меня хочешь? Ты что о себе возомнил, левша? Были бы мы с тобой вдвоем, ничего бы ты не сделал. Говори, только поторопись. Какие будут твои последние слова, подонок? Ну, давай, говори.
Ну, давай, пореши меня. Тебе же так этого хочется. Разнеси мне башку, разнеси. Ну, пусть все видят, как ты мне ее разнесешь. Пусть все видят. Ну, давай, пореши меня. А они все будут на это смотреть. Пореши меня на глазах у всех. Пореши. Ты же мужик, говоришь. Ну, так пореши меня. Ну. No a las drogas. Sí a la vida.